Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, могут принять участие в голосовании на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Напомню, выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Отдать свой голос можно как очно на избирательных пунктах в Ростовской области, так и дистанционно посредством электронного голосования. Дистанционное электронное голосование – это возможность принять участие в голосовании, не посещая избирательный участок. Система обеспечивает анонимность и неизменность волеизъявления. При этом предоставляет доступ к бюллетеню только избирателям, обладающим активным избирательным правом. Чтобы проголосовать таким образом, гражданам Российской Федерации, проживающим в ДНР, прежде всего необходимо до 13 сентября подать заявление через единый портал госуслуг. Оказать помощь в подаче заявления гражданам – готовы в инфоцентрах. У нас на территории города работают инфоцентры. Буквально сегодня уже на 2 часа дня будет организовано пробное голосование. Все желающие смогут подойти, попробовать, принять участие, чтобы было комфортно всем. У кого не получается, у кого не пришли подтверждения на регистрацию на портал госуслуг или СНИЛС, те могут записаться в инфоцентрах на выезд. Будут организованы городом автобусы. Автобусы будут из Троицка-Хорцеевска, Советско-Зубреса, Соловайска, Зуевки. То есть со всех городов у нас будут организованы автобусы для комфорта и удобства жителей Российской Федерации принять участие в голосовании. С сегодняшнего дня началась тренировка системы дистанционного электронного голосования среди избирателей, подавших заявление и получивших статус «Учтено». В инфоцентрах жители могут ознакомиться с процедурой электронного голосования. В городском ДК с 2 часов дня начали тестировать систему, и некоторым хорцезянам уже удалось поставить галочку в виртуальном бюллетене. Стоит отметить, что на все про все уходит несколько минут. Сегодня коллектив управления образования пришел поучаствовать в пробном голосовании, зарегистрировалась на портале в электронном виде, подали заявление 17 человек. Вот, сегодня мы пришли своим коллективом отдать свой гражданский долг, воспользоваться своим конституционным правом, попробовать порепетировать перед основными голосованиями. Сегодня, завтра и послезавтра можно будет провести своеобразную репетицию голосования. В связи с этим инфоцентры будут работать несколько дольше обычного. Завтра с 8 утра и до 8 вечера, а в четверг с 8 утра и до 4 часов дня. Пришла я с одной целью — попробовать, как этот пойдет процесс голосования. Вот, потому что это и интересно, конечно, ну и значимо для нас. Спасибо вот таким вот колл-центрам, которые здесь работают, и они оказывают очень большую помощь, как оформляли СНИЛС. Я знаю, сколько людей проходило через эти колл-центры, также и в процессе голосования. Надеемся, что все у нас получится и все у нас будет хорошо. Ну, обстановка такая вот доброжелательная, люди работают, люди знают свою работу, поэтому надеемся, что они нам окажут квалифицированную помощь, и все у нас будет хорошо.